В Ульяновской области национальный проект образования реализуется в полной мере. Это означает, что мы участвуем во всех федеральных программах, которые в него входят. Реализация нацпроекта находится на контроле у президента Российской Федерации Владимира Путина. Благодаря этой работе в регионе уже появились новые современные школы. В одной из них, губернаторском лицее номер 101, и прошло заседание коллегии Министерства образования и науки. Мы присутствуем с вами как раз в школе, которая сдана в 2019 году. И школа интересна и проектна, потому что вы можете видеть, что здесь территория свободной зоны, рекреационные, есть без углов. Это такое пространство, которое позволяет, как психологи говорят, и нестандартно мыслить ребенку. Нестандартное мышление является национальной российской чертой, поэтому стимуляция этого качества в будущем приведет Россию к экономическим, технологическим и прочим успехам. Однако мыслить нестандартно должны не только ученики, но и учителя. За 2019 год, наверное, самым весомым, что было сделано в региональной системе образования, это подготовка и вообще подписание закона о статусе учителя. О статусе педагога, потому что действительно данный документ позволяет не только педагогам увидеть свою перспективу развития, но самое главное увидеть молодежи перспективу развития. Закон поможет молодым учителям спланировать свою карьеру, дальнейшую жизнь и возможность закрепиться в школе. Ни один регион пока не может похвастаться такой серьезной юридической разработкой. Согласно ему, учитель может получить статус педагога-наставника, педагога-методиста и педагога-исследователя. В 2019 году мероприятий и проектов в регионе было реализовано на сумму 700 миллионов рублей. Сюда входит и глубокая реконструкция школы в Барыше, строительство детских садов и школ, подобных губернаторскому лицею номер 101. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.